Регистрация на торговой площадке в архиве .com. В правом верхнем углу кнопка «Регистрация». Нажимаем на нее. В появившемся поле указываем ваш электронный адрес. Придумываем логин. Проходим проверочный код. Читаем правила соглашения о продаже товаров онлайн и соглашаемся с ними. Нажимаем кнопку «Отправить». После этого на вашу почту должно прийти письмо с ссылкой для подтверждения регистрации. Сообщение может также попасть в папку «Спам». Открываем письмо, проходим по ссылке. На этом регистрация успешно завершена. Полученные данные сохраните и используйте в дальнейшем для авторизации на сайте. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, пишите комментарии.